Добрый день. Сегодня мне хотелось бы рассказать о человеке, который по праву считается отцом-основателем Государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический. Однако в то время, когда создавался музей, это был всего лишь небольшой музейчик. Его называли «Склад местных древностей из раскопок Императорской археологической комиссии с 1892 года». Вот такое длинное название, подведомственное Министерству императорского двора, Императорской археологической комиссии. Но, собственно говоря, основателем этого музея был первый заведующий раскопками Карл Казимирович Костюшко-Валюжинич. Сегодня написано много книг, много статей по истории исследования Херсонеса. И, конечно же, неизменно исследователи обращаются к имени этого человека. Мы много знаем о том, что сделано Костюшко-Валюжиничем. Знаем памятники, которые он изучал. Знаем весь объем материалов, который в итоге отложился в различных музейных собраниях нашей страны. Однако очень мало мы знаем о личности самого Карла Казимировича. И это объясняется прежде всего тем, что семейный архив исследователя не сохранился. В сложные 30-е годы потомки Костюшко-Валюжинича, опасаясь преследований со стороны различных органов власти, должны были спрятать этот архив. Нам остается только надеяться, что рано или поздно он будет обнаружен. И сегодня реконструировать основные этапы жизни героя нашего повествования можно только по отдельным документам, которые сохранились в центральных архивах, а также хранятся и в научном архиве Государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический. Карл Казимирович был потомственным дворянином. Мы знаем, что он происходит из старинного польского рода Костюшек. Первое упоминание об этом роде датируется еще 16 столетием. Впоследствии род разделился на ряд ветвей: Костюшко-Сихновицкие, Костюшко-Хабалтовские, просто Костюшко и Костюшко-Валюжиничи. Первое упоминание о семье Костюшко-Валюжинича относится к 1808 году. Именно тогда его прапрадед, некто Иван Васильев, сын, упоминается в одной из памятных книжек Витебской губернии. У Ивана Васильева был сын Иван Иванович. У того тоже родился сын, названный Казимиром. Ну, а, собственно говоря, у этого Казимира было четверо сыновей. Старший Федор Оскар, средний сын Захарий. Ну а Костюшко-Валюжинич был четвертым. И в 1850 году семья получает потомственное дворянство. И все они были внесены в дворянскую книгу шестую Витебской губернии. Карл Казимирович получил домашнее образование. Впоследствии учился в Горном институте, был среди его воспитанников. А в 1865 году был отчислен после окончания пятого курса. Какое-то время он работал в фольварке семьи, а родовое имение находилось в деревне Новое Село Дрессинского уезда Витебской губернии. Там, скорее всего, Костюшко и родился. Хотя до сих пор в науке продолжается дискуссия относительно точного места его появления на свет. Некоторые исследователи называют Могилев, некоторые другие селения. Ну, собственно говоря, вот хотя бы то, что у Костюшек-Валюжиничей был родовой фольварк, намекает на то, что там, собственно говоря, и находилось их родовое гнездо. После того, как Костюшко-Валюжинич отработал в семейном фольварке, он решает связать свою семью, свою судьбу с работой на железной дороге. И целых 12 лет трудится делопроизводителем, счетоводом, ведет бухгалтерский учет на различных железных дорогах, различного направления. В то время отличалось особо бурным ростом сети железных дорог по всей стране. А впоследствии был переведен на южное направление, на строительство Лазово-Севастопольской железной дороги. И было это связано прежде всего с ухудшением состояния здоровья молодого человека. Архивные данные говорят о том, что еще в молодости он перенес тяжелое воспаление легких. И развившийся абсцесс легкого привел к тому, что он его утратил. И для того, чтобы
поправить здоровье, его направили на юг. Здесь он и осел. Приехав в Севастополь, Карл Казимирович увлекся местной историей, и она настолько его захватила, что он с большим удовольствием возглавил кружок любителей истории Крыма. Он был в числе основателей Крымского горного клуба, первой, по сути, туристской организации, которая организовывала различные путешествия, походы по горному Крыму. И, конечно, занималась изучением истории этого края. Карл Казимирович жил в Севастополе с 1882 года. Параллельно он устроился работать в городской банк и за 5 лет дошел до очень высокой должности и был помощником председателя городского банка, что эквивалентно в наши дни заместителя директора городского банка. В то время Херсонес, о котором, конечно же, Карл Казимирович хорошо знал и уже даже увлекался изучением этого древнего города, активно исследовался. Нужно вспомнить, что первые раскопки в Херсонесе проводились еще в 20-е годы 19 века. И если верить упоминаниям в литературе, первым упоминаниям в литературе об этом факте, то датировались они 1827 годом. Тогда небезызвестный главнокомандующий Черноморским флотом Алексей Самуилович Грейк поручил осуществить разыскание в местности древнего Херсонеса с целью обнаружить церковь, которая, вероятнее всего, была местом крещения князя Владимира. Раскопки велись в течение 3 лет, и после этого на неопределенное время раскопки угасли. Это было связано с рядом причин, главная из которых заключается в том, что не было органа, который бы контролировал проведение раскопок на территории Херсонеса. И таким органом, а вернее организацией, стало Одесское общество истории древности, но случилось это гораздо позже, в 1839 году. С тех пор раскопки Херсонеса велись уже более или менее систематично. Однако, конечно же, случались случаи и бесконтрольных раскопок, самочинных. Часто в них принимали участие и солдаты, и офицеры различных флотских экипажей. Другая крупная экспедиция состоялась накануне Крымской войны, в 1853 году. Это были раскопки молодого тогда еще археолога, графа Алексея Сергеевича Уварова. Впоследствии он станет основателем Московского археологического общества, а пока занимался изучением местных древностей. Ему было поручено доследовать постройку византийского периода на северо-восточном берегу Херсонеса. Сейчас мы знаем, что это крупнейшая базилика на территории Херсонеса, которая носит имя этого исследователя, называется Уваровской базиликой. Затем к раскопкам приступает Свято-Владимирский мужской монастырь. Было это осуществлено с дозволения Святейшего Синода и на суммы, которые им отпускались. При монастыре была группа археологов, она в основном состояла из монахов. И, конечно же, эти раскопки носили по большей части характер освоительный, то есть необходимо было осваивать хозяйственно территорию Херсонесской усадьбы, и это неизбежно приводило к тому, что монахи, углубляясь в землю, обнаруживали различные памятники древности. Это и остатки городских сооружений, это улицы, это различные эпиграфические памятники, монеты, посуда и многое-многое другое. Все это аккумулировалось при местном складе. Монастырский музейчик со временем вырос в очень крупное собрание. И, по сути, это был первый музей на территории Херсонеса. Но к концу 70-х годов 19-го столетия совершенно четко сложилось понимание того, что дальнейшие раскопки Херсонеса необходимо осуществлять с более строгих, более четких научных позиций. И тогда раскопками заинтересовалось Московское археологическое общество. Собственно говоря, в этот период на арену выходит молодая и энергичная Прасковья Сергеевна Уварова, супруга уже упоминавшегося графа Уварова, которая после его кончины возглавила Московское археологическое общество и рассчитывала на то, что именно усилиями московских археологов будет осуществляться изучение Херсонеса. Хорошо известен факт обращение Прасковьи Сергеевны к императору Александру Третьему.
своей записке она изложила свое видение того, какими должны быть раскопки в Херсонесе, и впервые обозначила ценность этого памятника для мировой и отечественной истории. Именно этот шаг и способствовал тому, что император заинтересовался изучением города и способствовал всячески тому, чтобы именно под его высочайшим контролем и под контролем органа, который ему был подотчетен, дальнейшие раскопки проводились. И таким органом стала Императорская археологическая комиссия. Долго мыслили о том, кто же сможет возглавить раскопки в отдаленной провинции неизвестного пока что еще миру памятника. Предлагались различные кандидатуры. Это Никодим Павлович Кондаков и Александр Львович Бертье де Лагард. Однако в силу их занятости ученые не смогли приехать в Херсонес и возглавить раскопки. И тогда на горизонте появляется личность Карла Казимировича Костюшкова-Лежинича, который уже рекомендовал себя как ответственный и высокопрофессиональный любитель, пока что еще, но уже историк и краевед. К тому же он неоднократно выступал с инициативой возглавить музей в Керчи. Однако ему в этом было отказано, и, памятуя о его желании заняться археологией, именно его кандидатуру и избрали в качестве возможной возглавить раскопки в Херсонесе. Первые 3 года он значился в должности надсмотрщика за раскопками. Средств не было. Те скудные ассигнования, которые выделяла Императорская археологическая комиссия, были настолько ограничены, настолько сковывали возможности Костюшкова-Лежинича, что ему их хватало только лишь для того, чтобы нанять бригаду копателей и хоть каким-то образом начать раскопки. Однако мы должны помнить о том, что Костюшков-Лежинич — это влюбленный в свое дело человек, страстный энтузиаст, поэтому за эти 3 года ему удалось сделать невозможное. Он сумел раскопать наиболее значимые памятники на территории городища и доказать таким образом столичным ученым, что здесь действительно находится будущее отечественной археологии. Уже в 1891 его назначают заведующим раскопками, а через год Костюшков-Лежинич открывает в Херсонесе музей. Конечно же, это далось ему непросто. На самом деле было очень много противников тому, чтобы здесь, в Херсонесе, организовывать какое-то древлехранилище. Существовало очень четкое убеждение, что все памятники должны быть вывезены в столицу и экспонироваться именно там, поскольку только в Москве, в Санкт-Петербурге они будут доступны широкой общественности и исследователям. Однако Карл Казимирович повторял и любил повторять одну и ту же фразу, что в столице, в залитых светом витринах, памятники будут молчать. А здесь, в месте их происхождения, они очень ярко и очень красочно смогут рассказать об истории древнего города. Карл Казимирович, конечно же, рисковал. Он решил самовольно поставить небольшой сарайчик из камня и там собрать первую музейную экспозицию. И оповестил уже об этом Императорскую археологическую комиссию, когда дело было свершено. Однако, к его счастью, никаких репрессивных мер не последовало. Напротив, это было встречено даже с неким одобрением, поскольку впервые херсонесская коллекция приобрела вид какого-то упорядоченного музея. Карл Казимирович до последнего боролся за то, чтобы объединить разрозненные херсонесские коллекции. Тогда существовало 6 помещений, в которых херсонесские предметы располагались. Это были 2 сарая при Херсонесском монастыре. Это была гостиница временная, монастырская, где тоже была витрина с предметами. Это был архимандритский музейчик в доме настоятеля монастыря, где тоже, по свидетельству современников, была витрина с находками. И это было 2 помещения, в которых хранились находки Императорской археологической комиссии. Тоже небольшой сарай, а также помещение музея, построенное Костюшковым-Лежиничем на берегу Карантинной бухты. Большому сожалению, Костюшкову-Лежиничу сделать это так не удалось. Впоследствии коллекция воссоединится только в 1924 году, когда монастырь будет раскассирован. Ну а, собственно,
при Костюшково-Леженичи удалось достигнуть только лишь одного соглашения. В 1896 монастырь передал все предметы, относящиеся к периоду античности, для хранения в музее Императорской археологической комиссии. А все остальные предметы, это древности византийской эпохи, предметы культа, все, что можно было отнести к церковной так называемой археологии, оно продолжало оставаться в хранилище при Херсонесском монастыре. Карл Казимирович, вступив в должность заведующего раскопками, а впоследствии и заведующего музеем в Херсонесе, был уже остепененным женатым человеком. Совсем немного мы знаем о его семье. Известно, что матерью его была француженка, некто Елизавета де Саш, именно поэтому он прекрасно владел французским языком. Женился Карл Казимирович в 1886 году на крымчанке Марии Павловне Ревелиотти, которая была, происходила из рода крымских греков. Известно, что у них в браке родилось 8 детей. Хотя по некоторым архивным данным, известно, что у Костюшки за всю его жизнь родилось 24 младенца. Однако смертность была высокой, и только 8 детей выжило. Учитывая тот факт, что Мария Павловна и Карл Казимирович очень поздно сочетались с браком, мы знаем, что некоторые дети были рождены до их бракосочетания. И некоторые исследователи полагают, что это были дети Марии Павловны от двух первых браков. И Карл Казимирович взял уже женщину с детьми, и тем самым, конечно же, это очень многое говорит о его личных качествах, о его благородстве, о том, что он был готов заботиться о воспитании чужих детей. Но и свои дети у него также были, рожденные в этом браке. Это сын Дмитрий Николаевич, а также младшая дочь Ксения. Известно, что и Дмитрий Николаевич, и Ксения Николаевна принимали участие активно в раскопках. В архивных документах сохранились ведомости, в которых перечислена вся артель, бригада копателей, где также упоминаются и эти двое детей Карла Казимировича. Кроме того, Карл Казимирович заразил свою любовью к археологии и своего зятя Вадима Николаевича Рота. Он был подполковником, служил в Севастопольской крепости, но настолько увлекся занятием своего тестя, что впоследствии оставил военную службу и также всецело посвятил себя работе в музее. В 1894 году он приобретает фотоаппарат и служит внештатным фотографом музея. Уже к концу жизни Карла Казимировича Вадим Николаевич был назначен на должность заведующего научной библиотекой, делопроизводителем и фотографа-модельщика. Известно, что Рот принимал участие и в деятельности музея после смерти Карла Казимировича, равно как и его дети Дмитрий и Ксения. Вообще вопрос потомков Карла Казимировича и их дальнейших судеб крайне интересен. Мы хорошо знаем, что его старшая дочь Елизавета вышла замуж за инженера, полковника Косовича. Впоследствии их потомки перебрались на Кавказ. И уже в 80-е годы 20 века директор Херсонесского музея Инна Анатольевна Антонова даже вела переписку с этими дальними родственниками Карла Казимировича. Другая его дочь, Ксения Николаевна, о которой мы уже упоминали, вышла замуж за санкт-петербургского дворянина Волконского и уехала в Петербург. И по сей день потомки этой семьи проживают в Санкт-Петербурге и даже имеют в планах посетить древний Херсонес и почтить памятью своего дальнего предка. Ну а другая его дочь, Любовь Николаевна, супруга того самого Вадима Николаевича Рота, жила все это время в Севастополе. У них была дочь Ольга Вадимовна, которая сложные революционные годы тоже прибралась в Петербург, встретила там Армандо Хаммера, известного американского миллиардера, и уехала в Америку. 6 лет прожила с ним в Чикаго, подарила ему сына Джулиана. И сейчас внук Ольги Николаевны также проживает в Америке. Инна Анатольевна Антонова также с ним связывалась. И он обещал вернуться на свою историческую родину и также посетить
древний Херсонес, место, которое когда-то исследовал его далекий предок. Но этого так и не случилось, к сожалению. Хотя мы знаем, что и сейчас потомки Карла Казимировича проживают в Америке. И среди них известный голливудский актер Арми Хаммер. Но что касается самого Карла Казимировича, конечно, помимо того, что он воспитал целую плеяду патриотов Херсонеса, среди его сотрудников были исты, патриоты, любители археологии, и Мартин Иванович Скубетов, и Николай Федоров. Все они прекрасно знали Херсонес, занимались его изучением. И после смерти Карла Казимировича, собственно говоря, это был тот костяк, музейный костяк, на котором держалось будущее херсонесских раскопок. За 19 лет, которые Карл Казимирович возглавлял музей, занимался раскопками Херсонеса, ему удалось действительно открыть этот древний город, явить его миру, нанести на археологическую карту России. Вплоть до конца XIX века в ученой среде бытовало мнение, что Херсонес — это заштатный провинциальный городок Византийской империи. Никто не помышлял о том, что это крупный античный центр. И уже в 1907 году, когда Александр Львович Бертье де Лагард пишет свою замечательную работу о Херсонесе, он опровергает самого себя и мнение своих коллег и соглашается абсолютно и полностью с Карлом Казимировичем Костюшкой, что здесь действительно был античный полис, который прожил целые 2000 лет, трансформируясь через римскую историю в византийскую Фему, что именно в Херсонесе был культурный и религиозный центр Византийской империи. И последние годы херсонесского существования тоже ознаменованы рядом громких событий. Об этом говорят памятники, об этом говорят находки. И примечательно, что из 250 тысяч единиц хранения, которые на сегодняшний день аккумулированы в фондах музея-заповедника, 50 тысяч было найдено Карлом Казимировичем. И это, конечно же, лишь малая часть того огромного наследия, которое еще хранит в себе Херсонес, которое будет открыто. Мы должны учитывать, что самые яркие находки были в свое время отправлены и в Государственный Эрмитаж, и в Императорский исторический музей. Сейчас это Государственный исторический музей в Москве. Отправлялись коллекции также и в местные музеи, в Николаев, в Одессу, в Рязань, в Симбирск и во многие-многие другие города. Конечно же, херсонесские находки украсили собрание этих музеев. Сейчас целые коллекции хранятся в этих музеях и доступны для изучения. Карлу Казимировичу принадлежит открытие таких титульных памятников, как, например, присяга граждан Херсонеса. И нужно сказать, что обнаружение каждого памятника имело некую даже детективную историю, поскольку казалось, что памятники сами выходят на поверхность, и Херсонес позволяет Карлу Казимировичу делать эти громкие открытия. К примеру, присяга граждан была найдена в течение 2 лет. Сначала это была случайная находка, когда рабочие, занимаясь благоустройством площади вокруг строящегося Владимирского собора, обнаружили обломок плиты, принесли ее в музей. И Карл Казимирович сразу же понял и по характеру резьбы, и по сохранности этого памятника, что это важный документ, возможно, главный документ древнего херсонесского государства. И практически через год была обнаружена вторая часть херсонесской присяги. И эти обе части настолько идеально состыковались между собой, что ни одна строчка из присяги не была утрачена. И сегодня мы имеем этот замечательный памятник в нашей античной экспозиции. Текст ее переведен и хорошо известен каждому херсонеситу и всем исследователям, которые занимаются изучением этого древнего города. В 1899 году Карл Казимирович обнаружил главные городские ворота древнегреческие 4 века до новой эры. Он открыл также и древнегреческий некрополь, занимался его изучением на протяжении практически 15 лет. Однако его интересы не были ограничены только лишь оборонительными стенами города.
и самой цитаделью. Конечно же, он выходил и за пределы Херсонеса, занимался изучением ближней округи хора Херсонеса, изучал курганы и памятники усадьбы на территории Гераклейского полуострова. Конечно же, Карл Казимирович — это человек, к которому с пиететом относится абсолютно каждый исследователь юго-западного Крыма. Не случайно его считают отцом-основателем и музея, и херсонесских раскопок. В следующем году исполнится 175 лет со дня его рождения. Еще через некоторое время мы отметим 200-летие начала раскопок Херсонеса. И, конечно же, в планах у музея-заповедника увековечить имя этого исследователя на херсонесской земле, который действительно сделал очень многое для изучения прошлого Херсонеса.